аптека есть. Надо в аптеку сходить. Здесь в аптеку мы не сможем, да? Вот там аптека. Аптека. Большая аптека написана. Большая. Вот здесь в кинотеатре я был. Да? А нет, мы здесь ходили, перебрали. А почему? Да. А? Не приду. Да ладно. Из-за этого? Фейс-контроль надо проходить еще в кинотеатр. А им какая разница? Потому что ты так хочешь ходить. Ну, правда. Правда, я выбор. С кем? С Артемом? Ага, с Максом. Артем туда уже. Пьяные пошли вы втроем, втроем? Да. И все пьяные, да? И вас просто пьяные, понятно. Они говорят, это пьяные. Поперлись в кино. Какое же вы кино хотели смотреть, интересно? Да. Лишь бы кино. Или поспать хотели? Сейчас здесь куда вообще? Просто да, походим. А там торговый центр еще будет. Если что. Если что, если времени будет, да. Важно, там же вот. А потом ты хочешь в этот ресторан прямо?
не на ресторан. Мне надо переодеться. В столовую. Что мне надо переодеваться? Что? Все студенты пытаются. Лариса, не пытайся. Там в Макдональдсе или рядом. Он всегда Лариса, бывает, а не Лариса. Полностью ему Лариса. Он всех так. А я Артемий, что ли? Артем. Церковь. Сбербанк какой-то. Меловица. Белоруссия Меловица. Это фабрика, наверное, Меловица? Да. Да, швейная? Здесь можно быть. Ну, слушай, здесь должно же быть налево, нижнее там, белье дешевое. Слушай, Дима, здесь нижнее белье. Да. Меловица, лифчики. Бодрая лифчика. Брала? Да? Правда дешевая? Да? Хорошее белье, да я-то дура набрала. Разворачивай очку, да. Да? Брала, да? В Гомерцоме она брала, да? Там выезжает. Выезжает, а вот туда сразу. А он... Дай попробуй, как будто туда зайдет. Подожди, пропусти. Мест нет, поставил. Вон, поехали, сейчас вокруг это здание объедем, направо. Здание, ты там не объедешь его, это здание. Как ты его объедешь? Тут дорогу туда дальше. Мы сейчас приткнемся, когда в другом месте, где машины стоят. А вон туда там надо, где-то натянешь.